Здравствуйте, меня зовут Леня Смарагдова, и я делаю актерскую визитку. Я сначала посмотрела видео, как делают коллеги, как должно быть правильно. На самом деле там очень много драмы. Очень много драмы или какой-то личной истории. Я поняла, что в нашей жизни и так слишком много драмы, чтобы показывать ее вам заново. Здравствуйте, меня зовут Леня Смарагдова, я художник и актриса, и я делаю актерскую визитку. Сначала, прежде чем начать, я посмотрела, как сделали ее коллеги. Я проанализировала все и заметила, что там очень-очень много драмы. Или наоборот, какой-то личной истории, где ты училась, где какой-то опыт ты имеешь. Но на самом деле, все мы немножко актеры, особенно женщины. Когда каждый день мы меняем стиль одежды, мы меняем образы, мы меняем свое поведение. Где-то мы мягкие, где-то наоборот жесткие, где-то властные, а где-то такие капризные, как дети. И каждая женщина, вне зависимости от своего интеллекта, ума или образования, выбирает из себя какую-то комфортную для нее роль, в которой ей безопасно. И самое интересное, что это срабатывает. И актеры в кино, когда мы смотрим на роли, мы видим многогранность развития характера, и нас это привлекает. Если бы характер был бы абсолютно плоский, предсказуемый, такой ровный-ровный, и мы бы знали ответы сразу на все вопросы, что будет дальше, нам было бы неинтересно на это смотреть. Но когда мы понимаем, как с развитием сюжета, истории меняется судьба человека, его характер, его скрытые мотивы, нас это завораживает. Взять, к примеру, отличный сериал «Молодой папа». Казалось бы, вначале ты смотришь и веришь в этого человека. Ты понимаешь, что в таком красивом интерьере, с такой хорошей темой, как Бог, как религия, не должно быть промаха. Но мы понимаем, что характер героя абсолютно другой. Что это тиран, что это человек, который хочет иметь свою власть. Но с другой стороны, в каких-то разговорах с какими-то людьми он показывает себя ребенком. Он задает вопросы людям, спрашивает, а вы гей, гей не может у меня работать? Это неправильно. Почему? И это век толерантности. На самом деле, во мне видят только два образа, иногда три. Первый – это аристократичность. И второй – это авангард, артхаус. Я снималась в артхаусных работах. Это интересный опыт, но это не до конца я. И быть пони одного трюка мне неинтересно. Меня кто-то видел как комедиантку. Ты вся разговариваешь, ты вся на страсти, ты такая вся там, тетя Роза, где вы, почему вы не купили свои помидоры? Посмотрите, что вы на них щупаете-то? Это же вам не груди. На самом деле мы никогда не знаем, что мы сейчас делаем, а что завтра. Ведь все, что нас окружает, это и есть мы сами. С вами была Леня Смарагдова, актерская.